Ой, ну всех, значит, приветствую на своем канале. Первое видео в 2018 году сегодня снимаю, да, сегодня у нас на кону 9 января. Вот, и значит, у меня есть что вам показать. А, извините, всех с Новым годом. Так, всех, Олег, всех с Новым годом и Рождеством. Желаю всем успехов, процветания, удачных покупок и очень-очень хорошего настроения. Значит, сегодня я хочу показать юбочку. Олег, убери, пожалуйста, кота. Убери, убери, убери. Так, кот мне не дает снимать, он очень любит наши съемки, участвовать в съемках. Значит, вот что я хочу показать, вот эту юбочку, да, патч от компании Faberlic. Эту юбку заказал у меня консультант и, в общем, ее возвращает. Получилось так, что юбка 48 размера все-таки села на 46. У меня размер талии, вот прям вот на данный момент я померила, 83 сантиметра. Да, ну это после праздника, после всего. И получается, вот этот 48 сел на мой 40, наверное, вроде как еще пока 46. Вот. Юбка, конечно, классная. Я бы, вот честно скажу, я бы ее себе оставила. Она очень красиво смотрится, вообще просто шикарно. Я не знаю, вот этот шелест такой. Очень красивая юбка, конечно, ничего не могу этот сказать против, очень красивая так. Но единственное, что я не знаю, куда ее носить. Она, потому что она очень такая праздничная, наверное. Мне ее по чесноку носить некуда. Да, может быть, я бы выкупила ее у своего консультанта, но мне ее некуда одевать, такую юбочку. Здесь такой вот поясочек, он не тянется. Олег, выйди, пожалуйста. Я бутылки там выкуплю. Вот. Поэтому, не знаю, может быть, вот я раньше работала художественным руководителем в клубе, да, и периодически выходила на сцену, может быть, вот там бы мне эта юбка, конечно, очень даже была кстати, она была бы мне вообще в самый раз, как раз на сцену, вот, но сегодня мне ее одеть некуда, поэтому придется сделать вот такой вот шикарный возврат, очень красивый возврат, жаль. Но носить мне ее некуда, она будет у меня просто так лежать. Вот. Ну вот, хотела вот такую вот, да, показать вот эту вот юбочку, как она вот так вот красиво очень сидит. Может быть, кому-то было это видео полезным или будет полезным. Кто-то, может быть, еще думает, прикупить эту юбочку или нет. Вот, да, действительно, кто вот на сцене работает, вот я думаю, вот это вообще, конечно, шикарный вариант для сцены. Даже в любой там, пускай в небольшом населенном пункте, только в клубные работники, да, я думаю, это будет очень-очень красиво, элегантно, эффектно и со вкусом. Кофточку сюда, я пока сюда, вот я к вам без кофточки, так сказать, пришла, да, на обзор. Вот, у меня сюда вроде как нету кофточки. Какую-то сюда такую, не знаю что. Ну, в общем, подобрать сюда, конечно, все можно. Так вот, застегну. Здесь подклад, подклад, подклад. Здесь раз подклад получается. Ну-ка посмотрим. Так. Даже вот, вот так сделаю, да, раз. Потом два. Два. Третий подклад и четвертый уже здесь вот такая вот ткань идет. В общем, четырехслойная юбочка получилась. Ну, классная юбка. Мне жалко с ней прощаться, но одеть ее некуда. Я не знаю, можно ли в такой юбке ходить просто так летом, с блузкой, просто вот в таком виде, ходит ли кто-то так. Я не знаю, у нас так никто не ходит. Мне кажется, это будет слишком празднично, и меня люди не поймут. Хотя, конечно же, мне кажется, с мнением сильно считаться. Хотя, ну, не знаю. В общем, ну, пишите свои советы, может, кто-то насоветует, что я все-таки, может, для себя ее оставлю. Вот такая вот юбочка. А, еще, да, чтобы вы знали, да, здесь, получается, вот она у меня как по длине села, да, у меня рост 158. Вот на мой рост она сидит вот так вот, 48 размер. Вот, ладненько, спасибо за просмотр, ставьте лайки,
Еще раз всех с праздниками, с Новым годом и пока-пока!